Всем привет, ребят! Вы на канале Ирина Сан. И сегодня мы с вами проверим, магнитятся ли эти предметы. А перед этим поставь этому видео лайк, а также не забудь подписаться. Совсем скоро у меня будет 100 подписчиков. Давайте начинать. Сегодня мы с вами проверим вот этот магнит. Если вы не смотрели прошлое видео, как я распаковал этот магнетизм, то обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании под этим видео. Вот инструкция. Сегодня мы проверим опыт, магнитятся ли предметы. Мы проверим ткань, подушку, вода, колокольчик, толстый стакан, фломастеры и коробка картона, и вот такие тетрадочки, и линейка с карандашами, ребятки. Да, и проверим, магнитятся ли эти предметы, насколько силен этот магнит. Давайте начинать. Итак, первое, что мы проверим с вами, это будет ткань. Мы будем сначала вот так по мелкой брать. Давайте начинать. Сейчас первый лоскуток будет вот. Первый лоскуток магнитится вроде бы как. Возьмем сразу вот по вот где-то вот только вот, ребятки. Да, он магнитится через 6 тканей. Вот если его давайте все захватим, попробуем. Такой как-то вот так вот, наверное, да. О, да, и через все оно тоже магнитится. Ткань. Да, ребят, ткань работает. Ткань будем. Так, счет 1-0 в пользу магнитных предметов. Теперь будем смотреть подушечку шелковую. Ну, ткань даже тянет, ребятки. Много ткань даже тянет, ребят. Короче, ну ткань мы не проверяем, а проверяем подушку, а подушка не магнитится. Всем чуть-чуть, если всем. Ну, как бы мы это не будем засчитывать, она должна именно хорошо магнититься. Короче, 1-1. Ничья. Давайте пока что проверим бутылочку воды. Точнее, стаканчик. Да, ребят, магнитится через воду даже. Хоть и медленно, но магнитится. Короче, ребят, сразу поставлю 2 балла за то, что и вода магнитится. Давайте по одному. Короче, пусть будет сейчас у нас 2-1 в пользу магнитных предметов, потому что они пока выигрывают. Сейчас мы проверим колокольчик вот такой вот звенящий, железный. Ребят, он прям и так прям магнитился. Он, короче, магнитится, но не управляется именно предметом. Сейчас посмотрим. Он магнитится, ребята, я это буду засчитывать. Ребят, я сразу не подумала, это же железо, и это железо, но оно как бы не будет вписываться, оно не будет тянуться, оно же очень плотное и как бы не пойдет нам навстречу, ребятки. Поэтому, ребят, наверное, мы будем брать сразу 2-2 сейчас. Ничья пока еще, вот, мы возьмем стакан, следующий будет более толстый стакан. А вот стекло круто магнитит. Прям если сюда водички налить, я думаю, оно все равно будет. Ну, там оно и тоже стекло, ребятки. Просто это было стекло, а это был более такое пластиковое стекло. Такое, знаете. Вот. Короче, 3-2, ребят. Пользуем магнитных предметов. Следующее у нас будет вот такой вот карандашик. Так, давайте. Пока что просто линейку магнитим. Не, ну просто линейка магнитится, ребят. Магнитится. Хотя, ребят, да, магнитится просто линейка и ходит. Засчитываю пока что, но за карандаши мы должны поставить общий балл, а не по линейке. Но пока что я ставлю 3-2 за то, что, ну, как бы оно магнитится. А давайте сейчас посмотрим, если будет оно через карандаши, то поставлю сразу же 4. Не, через даже не магнитится, поэтому... 3-4, да. Мы все сосчитали, ровно 5-3 получилось в пользу магнита. 5-3, да. Сейчас проверим, будет следующие фломастеры. Пока что магнит довольно сильный, ребятки. В общем, да, картон, он магнитится, мы должны, хотя не будем.
Я не буду засчитывать как бы 2 балла сразу же, потому что, ну, как бы, это все равно картон и оно и то же. Хотя, ребят, я подумаю, наверное, но я не знаю. В общем, оно магнитится просто. 6-3 пока что. А вот так вот оно не магнитится, поэтому 4-6. Ну, а это тоже логично, что будет магнититься, так как это тоже картонка. Он даже царапает картон. Короче, 7-4. Да, 7-4. Следующая тетрадь у нас будет тонкая, 12 листов. Вот эта тетрадка, потом мы ее проверим, будет 48 листов. 12 берем пока что, цепляем. Ну, как бы, если она выиграет, то нам будет суть как бы проверять следующую. Вот. Магнитится, ребята. Я что-то не вижу, не вожу ничего. Она магнитится, вот видите. Я вам даже показываю. Она магнитится, а вот с 48 листами. Так, пока что, ребят, 8-4, ребят. Смотрите, оно магнитится, ребят. Оно магнитится! Смотрите, как это прикольно выглядит. Прям, ой. Короче, замораживает очень сильно. Мне очень понравилось. В общем, 9-3 у нас на счету. Мы все проверили, ребят. Все сделали. Я думаю, что победили и предметы, конечно же, которые магнитные. Если, ну, как бы, эти опыты очень прикольные, я думаю, что мы следующий опыт мы проверим в следующем ролике. А если вы хотите третью часть магнетизм, то ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч, ребят. Пока!